гениальный способ зарабатывать на Авито. Он выставил вот это объявление по продаже набора посуды. Продает его за 3000 рублей. Как мы видим, фотографии явно взяты с интернета и, скорее всего, самого набора у него нет в наличии. Но далее самое интересное. Если мы перейдем на сайт Мегамаркет, то видим, что точно такой же набор посуды здесь можно купить за 4700 рублей. При этом бонусом из этой же покупки нам развернут 65% и это составит 3000 рублей. То есть чистым данный набор посуды нам обойдется примерно в 1750 рублей. В то время как на Авито мы его же продаем за 3000 рублей, то есть зарабатываем 1200 рублей на каждой продаже вот этого набора посуды. И эти продажи можно повторять абсолютно каждый день. То есть, по сути, в этом бизнесе у вас нет вложений. Все, что вы делаете, это заходите на сайт Мегамаркет, скачиваете отсюда фотографии вот этого набора посуды и далее размещаете их на Авито. После чего ждете, пока вас либо закажут с доставкой, либо договорятся о личной встрече. После чего вы выкупаете с Мегамаркета данный набор, здесь самовывоз или доставка в течение максимум пары дней. И далее сразу же передаете клиенту. Причем чистыми зарабатываете 1200 рублей. И вы не вкладываетесь ни в товар, ни в рекламу, ни в продвижение, ни в создание офлайн-точки, ни в создание своего сайта. И буквально все, что вы делаете, это размещаете фотографии на Авито. И точно так же можно выставить другие товары, с которых Мегамаркет возвращает большие бонусы. Например, в тех же набор посуды 950 рублей бонусов, 4000 рублей бонусов, 4000 рублей бонусов, 5000 рублей бонусов, 12000 рублей бонусов и так далее. Все эти товары можно выставить на Авито, чтобы каждый день вошли заявки и каждый день могли делать продажи. И так спокойно можно зарабатывать 100 тысяч в месяц, перепродавать товары с Мегамаркета на Авито. Без опыта, без знаний, без вложений. Такой гениальный бизнес. Всем большого заработка.